как коллега спрошу. Наверное, все знают, что такое департамент торговли и услуг и чем он занимается. Но, тем не менее, задача связана не столько с областью торговли, сколько с определением, с созданием интерактивной схемы, определением зон, ограничений, реализации розничной торговли алкогольной продукцией. Такая сложная тема. У нас на сегодня порядка 10 объектов торговли и общественного питания, которые имеют эту лицензию, имеют возможность реализовать алкоголь. И 6,5 объектов, вблизи от которых реализация алкоголя невозможна. Ограничения определены законодательно, ограничения определены нормативными документами правительства Москвы. У тех, кто